Национальный парк Шантарские острова. Мы прибыли по работе на речку Микино. Первый же день появился лис. Он покружил вокруг нас, пометил территорию. А на второй день, в пределах контура, отмеченного главой семьи, появились два лисенка. Как бы они ни заигрывались, про нас не забывали, держали под контролем и ближе 40 метров к себе не подпускали, даже просто видеооператора.